curiosité. J'avoue, j'ai trouvé un richadé. Lâchez donc cette merde. Vous divertir en ma compagnie. Je suis pas la recette. Сюзанна, бедняжка, фаворитка этого гражданина Десада. Он часто заходил, он дурно с ней обходился. Я ей, отошли его, но он так платил. Смотри, веревки, хлыст, все Десада. Каков? Ой, да здесь всегда полно народу. Я вчера Десада не видел, но он наверняка был, он часто приходит. Было темно, я не разглядела, но что-то странное было. Пришел один тип, но как-то быстро ушел. Небось, и не успел ничего. Потом пришли двое, но только один зашел к Сюзанне. Не могу знать, что вчера вечером делал маркиз. Он дал мне выходной в кои-то веки. А если что и пропало, ну, он свои вещички всюду оставляет. Весьма ветреные, знаете ли. Мог оставить где угодно. Не тронь хозяина! Молчать! Все хорошо, Оливье. Это даже забавно. Опять в тюрьму? Право, ты меня балуешь. Убить девушку. Все это в прошлом. Ну, давай поговорим. Я часто навещал Сюзанну, но вчера меня там не было. Спросил моего камердинера. Приходил молодой человек пару дней тому. Вероятно, излишне увлекся моей философией. Я порекомендовал ему Сюзанну. Возможно, он что-то скажет. Thank you.
я сделал этот хлыст. Может, и для Десада. Он у меня всякое покупает. Но знаете, есть один студент со странностями. Он покупает все то же, что и Десад. Поклоняется ему как божеству. У меня его адрес записан. Сейчас посмотрю. А, вот. Сюзанна, Десад мне о ней рассказал. Я назначил свидание, думал обо всем, что с ней сделаю. Я разволновался и выпил пару бутылок вина. Пока сюда дошел, уже ни на что не годился. Так что я развернулся и ушел. Что-нибудь еще? Я слышал, как двое говорили. Не видел, правда. Один сказал: «После встретимся во дворе церкви святого Николая. Я заплачу». Я всегда здесь. Куда мне идти-то? Да, вчера тут два каких-то малых встречались. Один был разодет, как павлин. Слуга, наверное. Я слышал, как он называл хозяина маркизом. Другой потом зашел в тот дом, вон там. Удивил, так удивил. Yeah.
Rentre, me changer. Je jure devant Dieu vous former votre dame. Et tout de suite, vous non, mais attendez, j'arrive là. À quoi dois-je ce plaisir? Moi, j'avais la... Не могу знать, что вчера вечером делал маркиз. Он дал мне выходной в кои-то веки. А если что, после того, что я пережил, служа де Саду, я был бы счастлив увидеть этого мерзавца в аду. Ну что, гордишься собой? На моем месте должен быть мерзавец де Сад. Убита блудница? Невелика потеря, на мой взгляд. Ну да ладно. Приветствую вас.